В Вифлееме, где, как считают верующие, родился Иисус Христос, сегодня произошли столкновения между израильскими силовиками и палестинской молодежью. Десятки молодых людей принялись закидывать правоохранителей камнями и бутылками с коктейлем Молотова. Израильтяне в ответ применили светошумовые гранаты. Ситуация в регионе уже несколько месяцев остается крайне напряженной. Почти ежедневно палестинцы нападают на евреев с ножами или отвертками, направляют свои автомобили в людей. В результате интифады ножей с октября погибли более 20 израильтян. В пятницу палестинка на автомобиле попыталась переехать израильских военнослужащих в районе деревни Сильвад под Вифлеемом. О пострадавших не сообщается. Террористка была тяжело ранена. По данным палестинских источников, вскоре она скончалась. Вспышка насилия в регионе в этом году отразилась на праздновании Рождества. В связи с нестабильной обстановкой в Вифлееме, в отличие от прежних лет, почти нет приезжих из США и Европы.